Говорять, хороший господар в погану погоду собаку з дому не вижене. Але в нас, у наших гостей, такі є одяг для своїх улюбленців, що вони можуть гуляти за будь-якої погоди. Вітаю вас, друзі! Ми продовжуємо програму «Новий день». І зараз у нашій студії миколаївські кінологи. Я представляю Олена Троян, голова Миколаївської обласної громадської кінологічної організації «Трон». І власниці таких милих, чудових створінь Оля та Ілона. Доброго ранку. Отже, у нас така студія на філіал шафи перетворилася. Навіть не думала, не гадала, що можна стільки для тварин чудового одягу, на який будь-яка модниця може позаздрити. Чому і як ви вирішили, наскільки необхідно тваринці мати ось такий великий гардероб? Ну, я хочу представити свою собаку. Це у мене цвергшнауцер Ханечка. Вот собачка, привезенная с Крыма. Вот. Любит тепло? Нет, не любит она тепло. Вот, у нее достаточно хорошая шерсть. И я хотела сказать о том, что шерстяных собак не обязательно одевать. Но моя собака одета в том случае, если будет у нас дождь. Так как у нас слякотная погода николаевская, вот, юг Украины слякотный, поэтому для того, чтобы мне легче было ухаживать за шерстью, и собака не промокала, потому что сохнут они очень долго, вот, очень удобный вот такой вот у нас комбинезончик. Не густа, довга може бути, ну, десь трошки коротенька, десь довга, і якщо вона забрьохається, то буде і неприємно, і килимки попсує, і сама буде довго сохнути, да. То ви її перед прогулянкою вдягаєте. Да. У вас ще до цього да, у мене от є ще, от це комбинезон, он именно демисезонный, он тонкий, у него только здесь баечка, вот, а есть комбинезон, который вот более утепленный, здесь синтепон, это у меня на мопса. Вот. Тільки хотіла запитати, для чого? Да, именно это для мопса, вот коротенькие ножки и большая красивая грудь. Это все шилось индивидуально. Вот. Так что здесь у нас вот есть еще один наряд, но это не мой наряд, это наряд шицу. Вот. У нас мы вот есть побачимо, да, мы еще ее дефиле увидим, да. Вот такой вот у нас осенний вариант, видите, очень красивый. Пригадую, что да. Це наряд шився спеціально, да, для участі у казці. Да, у нас була постановка сказки 12 місяців, вот, і ми пошили вот такі костюми. Так що собачек, звісно, треба приучати в одежді ходити з самого дитинства, іначе буде проблеми. Вот у нас теж, видите, вот ребенок, вот Олечка принесла ребенка, он уже начинає привикати к одежді. Я пам'ятаю, як мій маленький синок, коли ще був зовсім маленький, як він не любив вдягати. Він любив ганяти гуляка, тільки не надягати на нього нічого. А тут треба заставити і привчити вдягатися тварину. Наскільки це складно? Ну, нужно потрудиться, но, в принципе, эти собачки хорошо обучаемы. Это американский стаффордширский терьер. Боже, такой маленький. Да, совсем крошечка. Дома и еще шерсть. Он боится холоду? Да, их нужно одевать, они гладкошерстные, и в плохую погоду их желательно одевать. И они, ну, плохо переносят холод. С маленького возраста уже нужно приучать, тогда будет легче. Дорослих собак цієї породи також треба вдягати восени, взимку? Да, конечно. Да, ну вот мы будем демонстрировать еще маму, ее покажем. Вот, мама у нас там вообще в мехах вся. Вот, но это надо приучать с детства. А так как у нас щеночки вот уже ищут новых хозяев и ходят на рынок, вот, поэтому вот хозяевам они молодцы, они вот купили вот такие вот одежки. Вот, можно такие вязать. Можно на заказ. Вязать, да, можно самим вязать. Вот, но очень, говорю, очень удобно и комфортно и щенку, и хозяин не так переживает, что он может простудиться. Илона, у вас целый гардероб. Да, у нас много, у нас есть и дождевики, и зимние комбинезоны, и домашняя шо? Одежда, вот в таком халатике мы ходим дома. Что, вправде ходить дома в халате? Ходим, потому что это у нас специфическая порода. Да, у нас длинная шерсть, она у него ниже лап. И нам нужно ее закручивать в специальной бумажке, рисовая бумага для шерсти, чтобы она не портилась. И сверху мы одеваем такой шелковый или атласный, или стрейчевый комбинезончик. Ничего себе, ты не встигаешь сам с ліжка встати, треба себе довести. Это очень долго. Выкупать, высушить, накрутить, одеть.
То есть вот эти, то, что мы видим, да, собачек вот этих йорков красивых на картинке, это очень колоссальный труд, потому что вот все хочу, хотим собачку с бантиком, хотим собачку с бантиком, и не получается такая красивая собачка, в результате они просто их все стригут. Скажите, будь ласка, что у вас еще есть и насколько необходимы вашей вашему собаке такие вещи? Ну вот на выход у нас есть вот такой фраг. Спиной покажи его. Вот, вот такой фраг. Красавчик. Есть у нас на зиму, чтобы не мерзла, меховая шапочка. Ну, вдягает. Одевает, да. Даже, а можешь показать? Он Долго. Они когда ко мне пришли в этих шапочках, я не могла понять, где шерсть, где шапочка. Есть вот такая вот кепочка. Это она солнышко, чтобы головку не напекло. А вот сыны? Дождевичок. Вот. Да. Вот такой. Ткань защищает от дождика, она не промокает. Любишь? Жилеточка. Любит ваш песик вдягаться? Да, он только видит одежду, сразу знает, что мы идем гулять. Для стафів, ротвейлерів, інших великих собак є ось такі роздільні навіть комбінезончики. Але як все це виглядає, ви можете побачити просто зараз під час нашого красивого, чудового собачого дефіле. Починаємо! Отже, ми бачимо нашу Ханечку, вона вже у нас як модель, і вона в красивому осінньому наряді. Вона не любить забрьохуватись і любить гуляти під дощиком. Далі ми продовжимо представляти наших учасників дефіле. Це наш американський сафаристський тер'єр з хазяїном В'ячеславом. Тут у нас маленький Шерін ребенок. Девочка, и у нас она, как ее зовут, у нас Конфетка, дома она у нас Конфетка, с хозяечкой Олечкой. Здесь у нас наш известный, вот, и очень заслуженный шицу Тисей с хозяечкой Мариной. Вот, здесь у нас Чихуахуашка, уже с вами знакомая наша, Настенькой, господи, извините. Вот. И сейчас у нас собака, которая выходит на очень высокий уровень. Вот, собака, которая настоящий, можно сказать, что это настоящий йорк, и с хозяйкой Илоной. Как зовут вы его? Локи. Локи, вот, это наш Локи. Всім цим тваринам необхідно вдягатися восени і взимку? Я так думаю, що у кожній породі є своя необхідність. Вот, допустим, з Ханечки. Значить, цвіртшнауцер – це собака длинношерстная, вона холода не боїться, але дуже неудобно, коли з собачкою грязь. То есть вычесать ее шерсть, вымыть ее, это много занимает времени. Сушка занимает много времени, так как мы знаем, что собаки очень долго сохнут из-за того, что у них густой подшерсток. Вот, поэтому этим собакам необходим дождевик. Им зимняя одежда не обязательно, потому что собака очень подвижная, она не замерзает. Вот. А вот дождевики, да, им хорошо, потому что они не промокают. Ну, она мне в данный момент в карнавальном костюме. У нас скоро будет непрактичный, но красивый. Вот, поэтому сейчас это осень, сейчас это актуально. Я думаю, что мы не испортили общую тему. Далее. Славик, рассказывай, что у нас по твоей... В данном случае это зимний костюм. Надели, правда, вопрос для представления, пришли в другом. Дождевичок был одет. Добавили воротничок красивенький. В принципе, все, собаке в нем тепло. От снега мокрого она защищена, так он непромокаемый. То есть она любит помыляться в снегу, и при этом собака не простудится. Вот здесь вот, если ошейничек перестегнуть ниже, то он как раз закрывает ей ушки, которые на морозе могут отморозиться. Тобто цей капюшончик не просто так, не просто так. Он тоже обогревает. Оля нам розповідала про цього малюка, але все одно хочу наголосити, що ось такий светрик теплий зігріє будь-яку погоду, навіть найменшого улюбленця сім'ї, правда? Звісно, буде тепло і комфортно. Ось він спить, йому прекрасно. Олена Михайлівна, для шицу. Маріночка. Вони ж такі пухнасті, навіщо їм ще й комбінезон? Шицу очень пушистая собака, поэтому и не особо зимой холодно. Но дело в том, что наш современный город
предоставляет очень много неприятных моментов для шерсти шицу, как она шелковистая. Поэтому это машинное масло, бензин, соль зимой. И поэтому нам надо вот такой комбинезончик для того, чтобы защитить шерсть, чтобы не мыть ее каждый день, и чтобы она сохранялась красивой, выставочной, шелковистой. Да, потому что каждый день мытье с шампунями это чревато для шерсти. Вот, поэтому правильно говорю, а вот я как-то вот точно масло, у меня просто собака повыше на ногах, но этого масла не так слышится. А вот у вас, да, у вас щеточка, у вас точно, что масло все на юбке. Настя, Шерри любит вдягатися? На самом деле она не очень любит одеваться, она абсолютно не любит комбинезончики, которые еще нужно на лапки одевать. То есть если какое-то платьюшко или жилеточку она еще может потерпеть, то комбинезон это для нее мучение. Но, а вы необходимо? Да, для нее это обязательная одежда, так как она очень маленькая и она очень сильно мерзнет. Поэтому мы не можем гулять в холод, там, в снег или в дождь без комбинезона, без тепленького комбинезончика. Я еще хочу немножко дополнить. Вот в зимний период очень хорошо собакам покупать собачью обувь. Это предохраняет животных от пореза, об лёд. Вот. И если человек долго гуляет с собакой, то от перемерзания, потому что весь холод у нас идет через лапки. У Локі ми знаємо, що в нього є навіть вишиванка, але сьогодні він в такому осінньому комбінезону. Ну що ж, шановні друзі, ми бажаємо вам приємної осені і комфорту вам і вашим домашнім улюбленцям. Прощаємося з вами, на все добре!